Ну что, товарищ прислал просьбу. Так, нужно нарисовать разрез дуги кольца. Так, хочу нарисовать от верхней до нижней границы. И прислал картиночку. Вот эта картиночка. Надо от этого ребра перейти к этому ребру, разрезать это кольцо. Поехали. В парте. Цилиндр. Размер поставим, радиус 25. Угол 90. Так, еще один цилиндр. Но уже радиус 35. Угол 90. Ну давайте из одного высчитаем другой. Все, вот получили так заготовку, которую нам прислал товарищ такую же. Вот. И давайте мы ее спрячем, чтобы она нам не мешала. Так, опять открываем, значит, геометрические примитивы, спираль, куда мы без нее. Значит, шаг сделаем 40. Высоту сделаем 10. Радиус сделаем 25. Так, и правую так оставляем. Создаем. Вот она появилась. Закрываемся. Теперь прячем ее тоже. Переходим в Part Design. Так, создать тело. Открываем XZ. Окей. Так, и нам нужна спиралька. Вот у нас спиралька появилась. И теперь мы берем прямоугольничек. Делаем из него квадрат. Равняем все стороны. Делаем равными. Так. Дальше обозначаем одну сторону. Значит, у нас будет 11. Так, дальше мы приклеиваемся к оси координат и выставляем вот этот размер 25. Все, все зеленое, закрываемся. Так, что там у нас? Вот они. Здесь. Теперь мы переходим в Part. Утилита развертки. Скетчер кидаем направо. Создать. Ставим птички. Модель. Спираль. Задачи. Окей. Все, получили. Так, убираем вот этот скетчер. А он убран. Все отлично. Так, это нам не нужно. Все. Возвращаем теперь. Спираль убираем. Значит, возвращаем нашу заготовку на место. Вот они две слились. Так, и из нашей заготовки высчитываем. Вот. О! Красивый, плавненький переходик, разрез. То, что нам заказывали. Все, до встречи. С вами был Ржавый Чайник. Задавайте, не стесняйтесь, вопросы.